Кир, наклейки я не наклеил, посмотри сюда. Всем привет, вы на канале Brick Garage, с вами Егор, подписывайтесь на мой инстаграм и канал, а сегодня мы рассмотрим пулбеки, которые выходили в этом году и в прошлом году, то есть 19 и 18 год. Неохотно я их рассматриваю, потому как технически в данных моделях только детали. Итак, если вы вспомните, первые пулбеки появились в 2000... каком-то там году, это были некие баги какие-то, потом был некое подобие трофи-трака, там была даже детализация вроде как лебедок, они, конечно, не работали, но их можно было покрутить. Были там, много было фар разных, коннекторов много использовалось. В общем-то, на тот момент набор хоть и не был привлекательным среди серии техник, но тем не менее деталей там было достаточно. То, что представили нам Лего в этом году, это вообще просто выходит за все рамки. Здесь просто некое плоское крепление панелей. Никакого дизайна совершенно нет. Если мы посмотрим, здесь кабина настолько приплюснутся, об этом уже Кир в обзоре говорил. Не представляю, как здесь водитель будет смотреть вперед. Набор из нескольких балок и нескольких панелей, коннекторов, здесь, наверное, по пальцам одной руки можно сосчитать. Это все, что может предложить нам этот набор. Это некий полицейский перехватчик, как же он называется-то? Да, это у нас был машина, уходящая от погони, а эта модель у нас это некий полицейский преследователь, что ели дизайнеры, но у меня такое ощущение, что эту модель дали разработать дизайнерам наборов Hot Wheels. Там, если разделить Hot Wheels на две части, то есть наборы это копии моделек, да, типа модельки маленькие, а вторая часть это трэш модели, которые используют на треках. Как правило, они очень плоские, какие-то такие футуристичные. Так вот, эта модель как раз из серии Trash Hot Wheels. Низкосидящий водитель, где он смотрит через большое стекло, обрамленное вот такой вот осью гибкой на 16, если я не ошибаюсь. Сзади огромный спойлер, крыло прижимающее. Единственная, наверное, здесь полезная вещь, это вот эти колеса маленькие. Они для подобных моделей, например, они могут использоваться. Сказать больше нечего, это просто трэш. Эта серия катится к закату. Ну давайте мы с вами посмотрим еще то, что было у нас в прошлом году. Пытались реанимировать серию пулбеков. Ну, они на самом деле получили достаточно интересными с точки зрения коннекторов. Опять же, спойлер сзади огромный, как и на преследователе полицейском. Ну и колеса. Колеса здесь, к слову, тоже хорошие. Вторая модель это у нас, ну, мало чем отличающаяся. Вот такой вот тоже, не знаю, багги, у которого колеса уже внедорожные, в отличие от этой модельки. И это, наверное, все, что их отличает. Возможно, они даже собираются, ну, в общем-то, чем-то похожи они. Здесь одинаковые, кстати, бамперы. Бамперы одинаковые. Также используются языки пламени, которые у нас дикий, видимо, трэш какой-то изображают. Которые, кстати, вот здесь будет, наверное, уместнее смотреться, если фотографировать модель в статике. Самое главное, что здесь они пытались принести такую фишку, как подпрыгивающие двигатели. Подпрыгивающие двигатели. Механизм устроен просто, рычаг, который при нажатии на него, резком нажатии, сильном нажатии, подбрасывает движок. Нет, это не получается сделать пальцем, это нужно модели столкнуть, видимо, реально. Где-то я видел картинку, как эти двигатели чуть ли не летели, прямо не вылетали вот так вот высоко, так вот, смотрите. Все, что мы увидели, это вот немножко полетевший движок вот здесь вот. В общем, эта тема не пошла, как я понял, потому что мы видим в этом году вот такие вот модели. Здесь уже нет этих механизмов для катапультирования движков. Куда катится? Куда катится пулбэк? Я думаю, что скоро будет его закат. Вообще, почему эта тема появилась в технике? Вначале пулбеки были из Lego System. Я думаю, они хорошо крошились, сломались, но вот решили, видимо, воспользоваться этой темой мысли далеко вперед. Если мы ребят подсадим, ну, молодых безбашенных ребят подсадим на такие пулбеки, то рано или поздно они научатся собирать техник и потом перейдут в серию техник. Конечно же, нет. Вот я не помню, чтобы когда-то ребенок, который любит ломать машины, стукать их об стены, там, гонять, там, становился вдруг интеллектуальным, и ему вдруг серия техник стала нравиться. Не помню я таких вот. Эти модели, конечно, прежде чем их убирать из линейки техник, нужно их чем-то заместить. А чем заместить?
наверное, у дизайнеров пока не хватает мысли творческой. Но чтобы покупали подобные модели и чтобы не потерять людей-покупателей, нужно что-то срочно делать. Но вот с таким вот, конечно, далеко не уедешь. Я немножко погонял машинки, покатал их и хотел бы сделать окончательно взвешенное мнение по пуллбекам. Ну, во-первых, для взрослых любителей Лего это прежде всего ресурсники. Ресурсники чего? Каждый сам смотрит то, что ему нужно. Ну, для меня, как правило, это могут быть колеса, например. Но в этом случае колеса здесь очень неудачные. Вот в этом случае колесики более удобные, как и здесь. Большой вес в цене имеет пуллбек, который для технарей чаще всего никуда не пригождается. Поэтому смотрите сами, что вам нужно от данных наборов, когда их покупаете. Как вы видели по тому веселью, которое устроил на столе, машинками можно играть, не знаю, с ребенком возраста там от 2 до 7 лет. Если сделать грамотный трамплин, то модельки будут очень неплохо гонять и прыгать. Хотя, конечно же, конструкция налагает определенные ограничения. Эта моделька не очень хорошо прыгает ввиду того, что у нее очень низкий бампер, клиренс. В отличие от этой, большой клиренс, углы въезда-съезда большие, то она и прыгает, и через препятствия лучше будет ездить. Вот, еще один момент, который связан с их катанием, это то, что колеса на том же ламинате, они быстро покрываются слоем пыли, поэтому при старте очень часто машинки начинают прокручивать колесами, теряя при этом большую часть мощности пружины. Колеса периодически нужно омывать либо водой, либо протирать влажной тряпкой, чтобы продолжать их также катать и получать кайф от большой скорости. Если сравнивать обычные прыжковые модели и модели с отпадающим вылетающим двигателем, то особого восторга от подпрыгивающего двигателя я не испытал. Он не так уж и далеко отлетает, а вот просто попрыгать они вполне подходят себе даже больше, чем эта моделька. Итак, из всех протестированных нами машин, вот этот вот грузовичок, не знаю, преступник, который уходит от полицейского, наверное, самый интересный, ну, ввиду того, что он конструктивно больше всего приспособлен для прыжков и езды по трамплинам. По ресурсам здесь, ну, темно-серые панели, возможно, они будут вам хорошим дополнением, если у вас есть уже детали от Мака. Колеса здесь не особо интересные. Тут у нас опять видим разнобой с колесами. Это вот такие 56-е, которых в последнее время много было и без этой pullback модели. И вот эти вот опять бестолковые колеса. По коннекторам модель уже более интересна ввиду того, что здесь есть коннекторы на 3 черные, есть коннекторы на 5 серые. Ну, опять же, лифтармы какое-то количество и маленький спойлер. Гораздо интереснее, на мой взгляд, модель вот эта вот. Это тот же самый, только уже на одинаковых колесах, которые можно применить при постройке какой-то машины, нормальной машины. Далее здесь есть коннекторы вот эти вот на 3. Их тут уже, как я вижу, 6 штук, а не одного цвета, и это уже тоже интересно. Ну и последняя моделька у нас, это вот этот вот полицейский преследователь. Конструктивно вообще самый трэш, но здесь опять же есть колеса маленького размера, ну и голубые панели. Коннекторов я практически тут не вижу. Ось на 16 белая, это очень хорошая ось, которую можно использовать в арках моделей среднего масштаба. Но, к сожалению, у нас здесь одна, и я не думаю, что вы побежите покупать 4 таких модели. Ну, наклейки серии Police, ведь только в серии пулбеков есть наклейки полицейской тематики. В общем-то, все. На мой взгляд, самая неудачная модель из всех. К тому же, проезд через трамплины для нее давался сложнее всего, ввиду того, что у нее спереди очень большой свес, который мешает ей при заезде на препятствия. Она, наверное, даже об ковер будет стукаться, поэтому
не рекомендую ее для игры. Даже если вам не понравились эти наборы, вы можете поддержать и поставить лайк этому видео. И еще я хотел бы сделать небольшой розыгрыш. Одну из этих моделей я хотел бы разыграть между вами. Для этого вам нужно сделать лайк видео, поставить комментарий. Ну и, конечно же, нужно подписаться на канал. По поводу того, как мы будем разыгрывать, я думаю, что мы посмотрим, как это делают другие блогеры, как они делают розыгрыш с учетом подписки, комментариев и так далее. Вот. А модель автор выберет сам. Поэтому модели я пока эти разбирать не буду. Одну из этих моделей, какую пожелает победитель, я ему отправлю. На этом все. До скорых встреч. Пока.